Клетка – это всегда характер. Это то, что делает образ человека более выразительным. В моде прошлых лет клетку часто связывали с деловым костюмом. Сегодня диапазон дизайнерских идей с ее участием простирается от стрит-стайла до вечерней моды. Клетка всегда вдохновляла дизайнеров. В этом сезоне клетка совершенно разнообразная. То есть это может быть глинчик, там, где сочетается два контрастных цвета. Клетка – шахматная доска. Это контраст. Клетка-блокчик – это пересечение черно-белых линий на очень красивом фоне. Клетка пье-де-пюль. Здесь идет игра направлений клетки, поэтому он смотрится очень современно. Клетка-баффало-чек. Яркая, крупная клетка в модном силуэте будет идеально смотреться. Это букле, созданное переплетением фасонных нитей, ленты тесьмы. Она очень красивая, ее хочется разглядывать, потому что фактура просто потрясающая. Родиной многих разновидностей клетки считается Шотландия. И вся клетчатая мода в основном связана с английской культурой. Шотландия – это место, где клетка родилась, это национальная гордость. Вот этот рисунок, тартан, он переводится как туартан. Это означает цвет местности. И именно по цвету местности человек, собственно говоря, и узнавали. Раньше люди красили свою одежду тем, что было в этой местности. Это мог быть торф, это могла быть черника, какие-то водоросли, да, и по этой окраске людей узнавали. Для того, чтобы шить килт, требуется как минимум 5 метров ткани. Килт просто расстилали на полу и в него заматывались, катаясь. Потом нужно было встать, застегнуть килт брошкой, и потом его можно было использовать так же, как плед, укутываясь и засыпая на нем. То есть много-много разных функций он выполнял. У них была вот эта вот своя культура, своя одежда. Эти рисунки, они заносили в специальные геральдические книги. И там написано, значит, какой клан, какого цвета у него тартан. Если мы говорим про тартан цвет Royal Stuart, то это красный королевский тартан. Его все узнают. Это тартан клана Стюартов, того королевского клана, который занимал шотландский престол. За свою многовековую историю тартан переживал разные политические события. Из-за борьбы за британский престол килты, как и все шотландское, оказывались под запретом. Чтобы запретить полностью все поползновения, запретили и тартаны, как национальную одежду шотландцев, и запретили гельский язык, потому что шотландцы говорят на гельском. Исторически их сохранилось 11 штук, вот после того, как их изничтожили, а потом, когда их стали уже возрождать, стали придумывать новые. Их возрождали и смотрели куски ткани, которые остались у портных, потому что это был запрещенный материал, это была запрещенная материя. В 1822 году, когда Георг IV прибыл в Эдинбург и сказал, что давайте, пусть каждый имеет свой тартан, пусть каждый носит свой тартан, это стало модным веянием. И многие английские семьи захотели также иметь себе тартан. Что касается принцессы Дианы, то наш производитель Loch Corona в Скотланд вот как раз для нее разработал голубой тартан, зарегистрировал его. И сейчас серия аксессуаров тканей в том числе производится под именем, под брендом тартан принцессы Дианы. В Шотландии до сих пор существуют фабрики, которые производят шерсть по старинным традициям. Такая ткань называется харрис-твид. Есть очень много сейчас традиций, сохранившихся, когда на островах, Гибридских Шотландских островах, продолжают ручное производство твидов, тартанов. Это единственная ткань, которая охраняется королевой Великобритании, и на которой на каждые 50 метров ставится печать, что это харрис-твид. У многих современников клетка ассоциируется с борьбой за независимость и бунтарским духом. Не случайно клетка появилась в качестве официального элемента моды панк, а также стала частью субкультуры тедди-бой – молодых людей из рабочего класса, которые подражали людям из высшего общества. В свое время лидер панковского движения, солист группы Sex Pistols, Малькольм Макларен вместе со своей подругой Вивиан Вествуд, он как раз имел шотландские корни, и для него тартан являлся символом свободы, независимости и протеста. И вот на основании вот этой всей идеологии, да, был выработан панк-стиль. И сейчас в коллекциях очень многих дизайнеров вот идет именно отсылка к панковскому движению.
Дизайнерский проект Must Have, который проводит Дом ткани Тисура, в минувшем месяце был посвящен клетке. Участникам предложили представить на суд подписчиков Тисура Урал модели юбок. Я приняла участие в качестве исполнителя. Мила пришла с готовой идеей, и, в принципе, у нас с ней было полное единодушие. Чувства такие, когда работаешь с такой тканью, просто, ну, восторг, я не знаю. Очень положительные эмоции, но одно удовольствие работать с такими материалами. То есть я прям получаю от этого, ну, морального удовлетворения. В целом шорт-лист финалистов выглядит так. По итогам голосования победительницей признана Даша Фрунзе. Она становится претенденткой на путешествие в штаб-квартиру Бурда Моден в Мюнхене. Розыгрыш будет проходить среди финалистов каждого месяца в конце этого года.